Валентина Ветрова, сотрудница территориального управления Никольская. Даже в пандемию работы было немало, но это не повод оставаться в стороне, решила девушка и присоединилась к волонтерскому движению. У меня есть свой личный транспорт, и я всегда могу подъехать, доехать. А мне уже лично звонят бабулечки, они уже все меня знают, уже знают даже кого-то из моей семьи, все время спрашивают, как дела. Теперь уже почти что друзья. Отношения волонтеров и их подопечных не ограничиваются доставкой продуктов или лекарств. И это, пожалуй, самое главное, когда звонят не только с просьбой о помощи. Мне так приятно, когда они счастливые звонят, что у них все хорошо. Даже у кого-то дети есть, но все равно не хочется иногда беспокоить. Из Москвы, я понимаю, всех работа, за работу сейчас надо держаться. Вот, поэтому мы с удовольствием, тем более, что мы не в Москве, народу здесь не так много, и мы всех знаем. Но не менее приятно получить благодарственное письмо от главы Одинцовского округа. Андрей Иванов подчеркивает, без помощи добровольцев в пандемию едва ли удалось бы справиться. Вы, бросив все, в ущерб своему здоровью, с риском, возможно, для жизни, оказывали эту помощь, думали о ближнем. Действительно, как я уже сказал, поставили нам серьезно поставили плечо еще и продолжаете это делать. Сейчас волонтеры Одинцовского округа снова на передовой. Справляются, но помощь лишней не бывает. Присоединиться к добровольцам может любой желающий. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».